пятую отдать свою. Думаешь, пора уже? Пора, пиздец. Не, на самом деле, вот так без пизды, ребят, с Андрюхой у нас очень удивительная история знакомства. Слишком. Бля, реально на трушных, ебать, сейчас расскажу, как это было. Мы, блядь, пересеклись с ним на третьем транспортном, блядь. Я предложил ему выскочить на тачках, нахуй. Его потом после этого за эту гонку посадили на несколько суток. Сколько ты отсидел, брат? 5 суток. 5 суток за эту гонку он отсидел, короче. Я тогда про это все рассказывал, короче. Но меня больше другой вопрос интересует. Давай сейчас переверну на тебя камеру. Расскажи реально вот пацанам, девчонкам нашим в 21 веке, как так же, ебать, двигаться? Чтоб шаг минимум на метр каждый был, понял? Да мы живем в 21 веке, по-братски. Ну, серьезно. Мне кажется, в наше время можно столько всего в интернете делать. Согласился. Я могу помочь, честно, вот только тем, чем занимаюсь я. Чем ты занимаешься? В сторис. Ну, давай тогда обещаемся то, что такое, ну, блядь, слово просто, да, что ты дашь ценную информацию, если я отмечу твой профиль. Реально, тем ребятам, которые хотят двигаться, как-то зарабатывать лавеху, блядь, с пятки на носок, чтобы дела были ровно, как спина динозавра. Да, давай, конечно. Без вопросов? Брат. Окей. Чем ты занимаешься? Вкратце. Арбитраж трафика. Я, короче, получается посредник между клиентом и продавцом. И за каждую успешную покупку нам просто платят, там, к примеру, 1000. На душу родной мы тут немножко просто рекламу записываем. Дай, блядь, не отвлекай, пожалуйста. Ага, и что еще, Андрюх? Получается, ну, к примеру, платят тебе 1000 рублей за каждый купленный товар. Ты потратил 500 рублей, чтобы этот товар нагнать. Ты связующее звено, короче, получается, конкретно. Да. Никаких, я понял. Всему этому ты обучаешь у себя в профиле. Да. Ну, и чтобы вообще ребят замотивировать подписаться на тебя, что мы можем вообще предложить взамен, так сказать? Ну, понятно, твое обучение это одно дело. Давай я предлагаю, смотри, вот у меня есть М-ка, но у тебя есть М-5. Побыстрее, братан, чем твоя 8. Возьмем ребят, выберем у тебя в прямом эфире рандомно, поедем на трек, с ними проведем охуенный день, они поделятся мнением о тебе вообще.